Ты пожил в Никитовске? Да, да. Там же там мужики говорят, они же там сейчас вычерпают. Андрій, скажи, коли можна буде повернути? Були підтверджені знищення двох штабів. Так само вчора працював один розрахунок, сьогодні вже є підтвердження на знищення командно-спостережного пункту противника. Також за нашою батареєю ще було закріплено знищення колони, це вже біля Ахтирки, коли ми працювали. Тут знищення взводного опорного пункту, двох БМП і взвод 2С3. З нами дуже сильно слідкують та охотяться 2С19. Це дуже дальнобійна артилерія, яка може вести вогонь на 24 кілометри, і тому ми трошки ще до них не добрались, але доберемося обов'язково. Засікти можуть. Да, по поводу телефона, первый командир, старший офицер на батарее, выводил взвод в составе трех орудий, выводил на огневую. Соответственно, включен телефон был только у него, и, скорее всего, что только либо по пелингу, либо как-то они его отследили, соответственно, в том районе. Что только навелись на цель, только зарядили орудие, и сразу по нам пришла ответка, при том всем, что беспилотных летальных аппаратов мы не слышали, не видели и тому подобное. Переехали, поменяли позиции. В данный момент еще не обработаны, не обстреляны эти поля. Поэтому мы немножко можем более комфортно себя чувствовать для того, чтобы так само обработать и немножко исправить технику. Вот. А до этого мы были уже на позициях, где мы не могли так спокойно пить чай. Да? Мы остановились, если нас не заметили, все. Мы немножко там подрихтовались. И мы постоянно были в маневрах, потому что без маневров, это же не танк, он не бронированный. Мы артиллерия, и наш профиль это... Точная наводка, точная стрельба и маневры вокруг позиции, спрятавшись вот примерно в таких посадках, в которых мы с вами стоим. Ты начинаешь, ты хочешь жить, ты двигаешься, правильно. Это же не танк, которым можно там как-то еще что-то, какие-то снаряды удерживать. Оно если попадет, прилетит все, Поэтому надо постоянно двигаться. Вот на Ахтырке мы меняли, мы отстрелялись в одном месте, когда еще колонна только шли на нас. Все началось вообще с того, что мы приехали на станцию разгрузки, и нам заявили о том, что мы приехали в поддержке первого бата. Первый бат выразился с платформ, и была команда до бою, в том плане, что русские прорывались в Ахтырку. Колонны сгрузились, мы сразу сопровождали пехоту и начинали давать обстрелы для того, чтобы они могли продвинуться дальше, к Тростенцу. И оттуда начались уже те наши дни. Вот. Постепенно в одном месте, потом на ферме, с одного места потом подвезлись к передку уже. И с помощью первой недели мы выгнали врага аж на 20 километров ближе к Тростенцу с помощью артиллерии и первого нашего бата. Вот. И после этого провели большую ротацию уже в харьковское направление сюда. И здесь уже кочуем по разным. Тут местность широкая, направлений много, целей много. Крутимся, работаем как можем. Оборвал проводку на даче, в левом верхнем углу и выходное, три пальца, грубо говоря. А чего это столько? 152 калибр, по нам работала МСТА, мы тогда работали по батарее 2С3 Акации, урожали ее на вогневой позиции. И нам пришлось подкатиться очень близко, чтобы достать до них, потому что они не давали жизни нашим пехотинцам. Вот, мы отработали по цели, ушли, и в нашу сторону отследил нас беспилотник. Через 3 часа он все-таки по следам нас увидел, вот, и нанес вражение. Але машина на ходу стрелять может, поломку устранили. Самое главное, что люди целы, экипажи все на месте. Когда было страшно наиболее? Когда авиации начинают крыть кассетами. Вот эту машину под моим руководством мы выводили, вот я вам серьезно говорю, вывожу со своего люка. В 3 метрах ложатся кассеты под ураганов. Брат старше противника. Здесь справа, слева, сзади и спереди. Просто вынырнуешь, а они взрываются в воздухе и разбрасывают кассеты. И этот огненный шар просто вокруг, над тобой.
И что делать? Просто что делать? И они просто вот так вот, ты едешь на ходу, и они тебя преследуют. Помимо этого догоняет 152-й калибр, который делает вот такие вот дырки. Страшно. 6 часов на ходу. 6 часов на ходу были. Мы не могли остановиться, потому что... Вот это страшно. Вот. Тогда было чуть-чуть проще, потому что шли колонны, и мы просто их уничтожали, уничтожали. А здесь они уже расположились, и здесь они как бы уже ведут непосредственно войну с нами. И в чем еще большая проблема, то что, блин, они ведут на нас прямую охоту. У нас, так сказать, в зависимости, ну, если взять совокупность нашего, то сколько мы уничтожили, и наших потерь, десятки, почти даже в сотни раз, я бы сказал, мы превосходим. Это, этим есть гордиться, но ребята близкие были, потери есть, к сожалению. От кого потеряли близкого, кто там? Товарищ одного моего ровесника. 21 год? Да, 21 год. Человека, который обучал меня еще на учебке. Как звать? Кого? Товарищ. Звали его Сережа. Второго Александр. Третьего Михаил. Четвертого Игорь. Тоже. Одному 20 лет, 21. У одного дочка осталась сама. А у 34-го двое детей. У другого нет. Ну, за них мы мстим. Мы мстим и мстим крепко. Насенко Александр Васильевич, это командир взвода. Он погиб? Да, погиб при обстреле, выводил взвод артиллерийский под обстрелом, вывел, все остались живы, но он получил ранение. Несовместимость с жизнью, мы постарались добрать его до медиков, но ранения были, да, несовместимы, потерял сильно очень много крови. Артиллерийский обстрел произошел при дозаправке, беспилотный летательный аппарат противника прошел, проследил за заправщиком и, соответственно, после этого пошел огонь артиллерии с применением кассетных боеприпасов. И применялся еще град, реактивная система залпового огня. Что это было? Вот. Что это стреляли? Сейчас 152 калибр. После этого он выводил машины из-под удара. Соответственно, зацепило осколком левое колено. И проникающее от осколков было в район сердца. Соответственно, мы его потеряли, не успели доправить. Я выдвинулся на эвакуацию. На момент эвакуации у него еще пульс был, но мы не смогли его доправить вовремя, медики не довезли. И как раз же с нами служил его отец, и непосредственно он со мной выехал на эвакуацию, когда обстреляли ребят, когда машины обстреляли. А сейчас? Сейчас нет, пока поехал домой на похороны сына. Но он служит у нас в бригаде, да? Да, да, у меня в батарее. В бронике сюда залез, о, залез. Ну ты-то худенький. Рабочее место, а там непосредственно на улице. Немного покоцало саму антенну, выгнула чуть-чуть. Осколками попробивала, лестницу разбила, выгнула. Подарки для наших гостей незваных. Ну, подарочки у нас тоже, хочу сказать, неплохие. Да. Старый вешенщик. Ну, 8 марта, знаете, как отмечали? Зараза горела. Да-да, с 8 марта. Да, 8 марта мы поздравили. Первый хороший раз, так неплохо. Когда они в гусаровку решили наведаться, да. Единственный минус. 240 подарков. Да, 240 штук мы им, 240 штук за пару часов мы им отправили туда. Горели, дымели, нам помогли. Машинами. Старшие братья нам немного помогли отработать туда же.